Крыши текут, ветхое жилье разваливается, дороги разбиты. Ответственные лица исполнять свои обязанности не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Бесконечные возгорания проводки, плесень и разваливающиеся стены. Жители дома на проспекте Коммунаров боятся, что их дом может рухнуть в любой момент. Скоро дом развалится, мы все упадем, и кто что будет делать? О тротуарах жители этого района только слышали. По переулку Трудовому привыкли ходить наравне с автомобилями. Надежда на русское авось. Авось не собьют. Стоит знак 40. Они вот, смотрите, некоторые даже не смотрят на этот знак. Свалка у дома не такая уж и проблема по сравнению с неисправной проводкой, гнилыми трубами и трещинами в стенах бывшего общежития. Люди боятся за свою жизнь и жизнь своих детей. Мы покажем проблему, с которой мы обращались уже неделю назад по поводу воды. Вот так выглядит подвал дома 122Б на проспекте Коммунаров. Трубы, замотанные пакетами, подпорки в виде деревянных плашек и струя воды, которая бьет в потолок. Подъезд тоже выглядит плачевно. Облезшая краска и замазанные вручную дыры в стене. На лестничных перилах пробоины, а ведь в доме живет много детей. Для них это небезопасно. Ой, прям пламя было. Прям натуральное пламя было. Они чуть не сгорели, две комнаты. Вот на моей квартире просто не щитовых, а в любом удобном месте, где захотелось, там и загорелось. Помимо перепадов напряжения и возгораний по всему дому, на некоторых этажах электрические щитки вывернуты наружу. Сколько еще придется жить, как на пороховой бочке? Таким вопросом задаются жители ежедневно. В 3 часа ночи начало у нас бабахать. Такое было впечатление, как будто бомбу какую-то взрывали у нас. Ну, потом мы поняли, что у нас здесь замкнуло все, потому что у нас везде свет отключился ночью. Жилищная компания, она в принципе на нас не реагирует никак. То есть они все время говорят, что весь дом в должниках, все, до свидания. Хотя, в принципе, не весь дом в должниках, там всего квартир 35-40, может, максимум. К слову, в пятиэтажке всего 74 квартиры, и суммы долга половины из них небольшие, по несколько тысяч рублей, говорят жильцы. А собрания и разговоры с управляющей компанией ни к чему не приводят. Я приезжал на собрание. И что там? Ну, когда приезжаешь и на скамейке, извините меня, сидят и пьют водку, собрание должно быть. Ну, наверняка ну, как? Половина пьет, какое? Половина не пьет. Хорошо. Какое отношение? Вот было возгорание, да, на этаже. Как бы собрали пучок, поставили зажимы, это допускается по правилам эксплуатации электроустановок. Электрик все установил, сделал как смог, временно. Подал электричество. А потом уже публикация прошла в интернете, что у них топор воткнут в щиток. Наличие топора остается загадкой. Ни мы его не увидели, ни управляющая компания, которая приезжала на место происшествия. А вот воду обещали починить в ближайшее время. Водоканал не может включить один дом, потому что у них не работает задвижка на этот дом. И придется завтра отключать весь квартал, чтобы поменять нам ввод холодной воды. Жильцы жалуются, косметического ремонта этот дом не видел давно, не говоря уже о капитальном. Хотя в 2016 году сделали крышу, остальное ремонтировать не торопятся. 98-й год. И то мы делали это собственными силами. То есть мы сбрасывались на краску, но ЖЭУ тогда было не наследие, у нас тогда было ЖЭУ номер 47 «Строитель». Вот они нам предоставили тогда рабочих, рабочие побелили, вот покрасили. Ранее потрачено 2 миллиона, вот эта вот сумма 252 тысячи, да, и на сегодняшний день остаток по дому у них на спецсчете минус 1 400 000. Минус. Да, то есть, соответственно, и как бы впрямую я не нашел данных о том, что были проведены вот эти работы. Но следы на сайте фонда капремонта есть. Я вам это потом сброшу, что вот в 2016 году Алтайхимзащита провела ремонт крыши на Коммунаров 122Б. В 2017 году вот он отчет, ремонт теплоснабжения. По данным сайта фонда капремонта, ремонт инженерных систем электроснабжения и водоснабжения запланирован на 2023-2025 годы. А вот собираемость взносов по дому невелика. Капитальный ремонт просто следует оплачивать. Лучше своевременно, а еще лучше и в несколько больше, чем там
условные 5-6 рублей в месяц, а может быть и побольше, чтобы побыстрее накопить и провести вот тот ремонт, который имуществу необходим. Все должны исходить из осознания того, что это общее имущество, нам тут жить, и нам так, тут, да? Соответственно, да. И не потратив денежных средств, ну, вряд ли получится это сделать. Автомобили несутся больше положенных 40, пешеходных зон нет. Люди вынуждены ходить прямо по дороге. Пока здесь никого не сбили, но что лучше, ждать трагедии или обратить внимание на проблему? Иногда был у меня случай, что чуть машину не сбил, ну прям близко было. Пешеходам приходится отпрыгивать от машин прямо в грязь. Да и водители этот переулок недолюбливают, особенно в темное время суток. С освещением здесь беда, лишь пара столбов с фонарями. Я здесь живу. И часто здесь хожу, это для меня вот опасно, вот для меня. А вот представьте, с маленьким ребенком, как ей. Вот, например, вы на машине стоит, да? А как она с маленьким ребенком будет обходить вот эту грязь? Ночью заморозок, днем наоборот распускает. И идти вообще... Плохо, плохо, что нету тротуарчика. Хоть бы маленький, как укрытие, хоть бы куда-то так вот, чтобы зайти, перебежать. Если нет денег поставить столбы и сделать тротуар, вы как минимум чистите и повесите прожектор какой-нибудь. Это копеечное будет абсолютно затраты. Тут бардак, конечно, администрация не работает. А в администрации что отвечают? Что нет у них средств на это. На сегодня все. Если у вас есть коммунальная проблема, звоните в редакцию телеканала «Толк» или пишите нам в социальных сетях. Это был «Коммунальный патруль». До встречи!